Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрий Микрофона. И сегодня мы продолжаем играть Empire Total War. Так, запрусил, кстати. Кто еще не знает, кто еще не в курсе. Так, что у нас здесь? У нас здесь эти парни, которые нам очень сильно мешают. Вы понимаете, как? Что они сейчас будут грабить наши деревни. Они все будут уничтожать. И тому подобное. Мы должны их просто смести. Так, тут. Тут нужно этих парней. Этих парней нужно автоматическим боем победить. Чтобы они нам проблем не наделали. Ой-ой-ой, мы ставили свой регион. Плохо, плохо, плохо. Тут я вроде отменил был тогда налоги. Так, а вот здесь... Гарнизонная провинциальная. У них атака. Гарнизонная провинциальная пехоты. Слабенькая. Предложим им сдаться, а они не сдаются. В рукопашную мы их победим, но на дальних дистанциях у нас мало шансов. Так у этих парней защита больше, но у них атака намного меньше. Мораль у моих больше. У них тоже намного меньше, ну в два раза. Да, в два раза меньше. Тоже попытаемся сейчас просто додавить их в штыковую. Так. Надеюсь, бой будет такой легкий. Но жертвы мы-то понесем. А, еще можно добавить, что у нас есть штыки. Если у нас 10 атаки, ну, в рукопашных, значит, будет где-то в 3 раза больше. Даже немножечко больше, чем в 3 раза. Так, батарею мы разворачиваем. Так, главные войска мы поставим вон, говорю, вон сюда. Да, главные войска вон сюда. Вторые войска мы поставим вот так. Посередине мы поставим военачальника, чтобы он мог впрягаться за наших ребят. У них есть, у них нету артиллерии, это очень прекрасно. Они сейчас вынуждены будут нас атаковать. Главное, мы такую позицию говняную выбрали. Хрен мы в кого-то попадем. Так. Выведем свои войска немножко вперед, немножечко вперед. Так. Вас тоже пока вперед. А то наши будут массированно промахиваться. А когда вражеские войска просто выйдут сюда, они нам в лицо как начнут обстреливать нас. Так. Все, давайте, катите свои пушки. Мы еще никого не убили. 300 человек, 300, 500, 400. 300, 400, 500, 500, 400. Никого не убили. Так, как? Вы что, застряли там? А, нет, там парень нет. Я думаю, почему барабан это... Барабанит. Главное, нужно сделать залп, наверное, и пойти в штыковую. Или, наверное, подожду их залпа. Ну, я даже не знаю. У них непрофессиональные войска, видите. Какие-то бомжи идут. Вот эти парни. Какие-то школьники. Охранник генерала. Видите, как я. 20 лет, бороды нету. Ну, это более-менее хорошо. Ненавижу бороду. Так, пока он не стреляет. Кстати, по этим бомжам как раз. Вот. Уже немножко лучше. Когда у меня будет картечь, я смогу уже получше свою артиллерию организировать. Кстати, артиллерия полезна очень в Наполеон Total War. Там она просто рвет всех в клочья, жестко дезморалит.
Так, вас, ребята, хорошо видно? Да, у вот этих ребят артиллерия очень прекрасно видит. Даже фаерлок арметы цитензенбри. Но буду, наверное, по этим парням, потому что стрелять, потому что они в рукопашные очень сильные. Ну, они будут самые сильные, наверное. Они сильные, они просто самые сильные со своих всех линий. Ну, блин, ну как-то наши плохо-то справляются с этим заданием. Так, как тут? Тут почти линии ровные. Здесь проблема. Так, после залпа сразу наши пусть бегут. Давайте. Вот эти уже дозаряжают оружие. Ой, блин, 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 блин. Нет, нет. А, они как-то навесом более-менее стреляют. Просто пушка вверх не поднялась. Я забыл, что это механика такая игры. Думал, сейчас 3 человек снесет. Если не больше. Ну, наши, точнее, будут где-то на 40%. Точнее, их. Так, что здесь? Здесь нам нужно более ровную поверхность найти. Даже если можно так выровняться. Как же без генерала? Генерал сверху должен за всем следить, отдавать приказы. Но раньше была такая более-менее неразбериха на поле боя. Ну давайте, стреляйте. Если наши здесь спрятаются, вот за этим ограждением, смотрите, их много дойдет. Так, назад, назад, назад. И вы назад. И вы также назад. Здесь массированное наступление врага идет. Нужно как-то более тактично действовать. Ну-ну-ну-ну, ребята. Смотрите, сейчас спину. Мы их как расстреляют. Я на это смотреть просто не могу. Должен был ускорить время, чтобы этого всего не видеть. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, сейчас. Сейчас мои начнут стрелять. Мои лучше стреляют, но у меня лучше стрелки, но как-то говно. Смотрите, линия отступила. Но мы никого почти не убили. Человек 10 погибло. Так. Ой-ой-ой. Здесь рукопашная у нас проблема. Ну, додавлен их. Так. Просто занимаем поле боя. Также резервы пехоты мы в центр кидаем. Ой-ой-ой-ой, что я делаю, что я делаю? Не-не-не, ребята, ребята, ребята. Вы как раз не стреляйте. Есть такие картинки офицеров. Они настоящие картинки, но очень сильно мешают. Так. Здесь пусть помощь приходит. Так, ребята, ребята, давай, 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 генерал. Генералушка. Спину, спину заходи. Поле уже наше почти. Мы лучше справляемся в штыковой, мы много человек не потеряли. Так, смотрите, уже вторая линия встретила нас. Они, конечно, то несут потери больше. Стоп, я видел, что наши тоже упали жестко. Они где-то 50 человек потеряли, но где-то 20. Так, а что здесь? Вы, ребята, давайте.
Этих мы уже додавили, эти уже не страшно. Так, а что здесь? Эти парни, главное, чтобы не вернулись, потому что мы завязаны боем. И это, можно сказать, наш тыл. Так все случилось, что они так врезались в вражеский строй, что это часть. Они развернулись тылом как-то, как можно сказать. Пусть офицер, ну пусть генерал догоняет жителей. А провинциальный гарнизон сейчас будет почти полностью уничтожен. Смотрите, вот отсюда просто его окружили. Такой неразберихи. Смотрите, люди не знают, что делать. Просто люди не знают, что делать. Их со всех сторон сейчас добьют, ты не знаешь, зайдет ли тебе штык в спину или нет. Там как у нас 200 человек, а здесь 100. Ой-ой-ой. Я иду в помощь. То есть не я, а генерал. Ну я же все же командую, можно назвать меня генералом. Так, эти пусть догоняют, чтобы враги не думали возвращаться. Так, о, вражеский генерал умер. Эти ребята, конечно, очень хорошо справились. Они до конца держались. Каждый третий человек погиб. Каждый третий в их полку погиб. Теперь давайте. Так, все. Мы победили. Я думал, будет. Это не было. Как раз. Уже, наверное, мы отстроим флот свой, и уже будет получше со сражениями, с морскими сражениями. Мы хотя бы их начнем видеть. Так, а мы что? А как мы заключили мир с Данмарком? С Данией? Тут также армия. Что у них по армии? Армия у них здесь слабая. Следующим, ну, пока ход пропустим, в следующем ходу мы, наверное, уже сможем захватить Австрию, их столицу. И у нас уже будет так более-менее какая-то армия. Так, торговлю с нами Россия хочет заключить. Ну, ладно. Так, Маратха, ну нам 1000... сейчас очень нужна, хотя это мизер за технологию. Технологии здесь очень нужны. Рига, Эстония и Ливония. Так, они сожгли наши дома немножко, ну толком-то не важно. Так, здесь подобралась очень большая армия. В следующей серии мы разгромим эту армию, я думаю, скорее всего, что у нас здесь. Ну, у нас здесь сильные войска, пикинеры даже. Также мы наймем несколько секс. Нет. Вот, они, да, они более точные. У них немножко ниже дальность, но они более точные, это намного лучше будет. Так, а здесь... А здесь мы захватим Богемию и Моравию. А то есть, если говорить, что это город, то Прагу. Сразу иду в атаку. Начинаем осаду. И всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Ждите новых серий. Пока.